вот такое неожиданное видео на моем канале. Даже сам удивляюсь. Как раз вовремя. Как здесь? Они наверху, что ли? Наверное. Неожиданно для самого себя у нас сегодня видео будет Сергей Метель. Давно я в стенах не лазил. Да. Мне кажется, все это нельзя, наверное. Да полно, можно лезть. Поверь мне на слово. Слушай, а я тут пролезу с рюкзаком-то. Да, ребята. Рюкзак под это дело не предусмотрен. Веса. Так, вам туда? Наверное. Денис, Серега. Так, вам туда? Слушай, я, наверное... Ползи. Да, я полез. Давно я никого не видел. Да. Серега, надо вниз. Давай. Дядя Коля, где? Нам нужен, дядя Коля. Сейчас приезжаю. А дядя Коля привезет? Одного. Понятно. Дядя Коля. Ну что? Да, здесь интересно. Очень было интересно. Но мы снизу послушали. Так. Ребята, надо как-то слезть. Это вам не в теплых клубах. Надо машину с тобой сходить, да? Да. Это вам не в теплых клубах. Это точно. Вот. Поэтому я обычно после холодной колокольни в теплые клубы. В основном рок-клубы. Да уж, было познавательно. Кстати, невероятно, но вот знаю очень много рок-музыкантов. Ага. Серьезно? Ну, верю. Очень много рок-музыкантов бывших действующих. На самом деле, звонари проникают с этим искусством. Вас покорный слуга, до сих пор рок-музыкант, при этом звонарь. Давай. Сколько у тебя? 45 раз? Нет, подожди. У меня 8 и теплая. Понял? Ага, гамбургер?
Поебать. Все. Групп смех. Все стало понятно, групп смех. Да я его поцелую. Да, говорит, он меня поцелую нахуй, ребят. Наливай нахуй. Звучит, да? Здесь давай Серегу береги. Серегу, блядь, ну это уже все. Сам замерз. Серега, это мое все. Нормально. Он прям меня кинул. Это лучше. Очень так, сейчас вместе поедем. Дядь Коль, ну что, давай. Очень приятно. Действовать. Узови меня. Давай. Дядь Коль, давай к нам бутылочку вина. Все, ништяк. Супер пойло. От Бога прям. Хрючу огонь, да. Что, мы сейчас, значит, покушать его Володос потом, да? Приятного аппетита, господа, это самый интересный поиск этого места в моей жизни. Нет, ты все время слушал Рэнсит и No Facts. А потом я послушал. А потом мы, короче, да, вот типа смех, вот мне кажется, это твоя история. У тебя, кстати, пограничное такое состояние, ты как кот Шрёдингера, ну ты пошел жив нахуй. Или мертв. Серег, ну а вот, ну вопросик, может, калифорнийский такой стиль-то. Ты... Не, ну он котит нахуй под Рэнсит. Ну не котит, почему он играет такой же? Не, а что нет, котит нахуй. Серёг, котишь? Продумал, кстати, значит. Нет. А вопрос вроде пьяный, но не тупой, да? Блядь. Почему ты вот решил в такую вот? Мне нравится. Нравится, да, именно так? Потому что взять там, допустим, у нас же панк, он же, сам знаешь, панк, он разнообразный. Мы с 94-го угораем там. Вот я. Нет, я, допустим, я никогда гражданскую оборону за панк я не тоже. Считал. Никогда. А? Ну ты знаешь что, спустя вот, а вот мне 5 лет назад, даже, ну может быть 6-7, а я начал слушать своего детства. Вот Егор, не сложно, но я очень неплохо. Его-то. Кому? Есть? Да, сейчас придет. Давай поставим. Чуть-чуть цепляет. Может, расскажешь чего? А что интересно. Да здесь холодно, сегодня в колокола звонили, блядь, нормально все. Вот все, все. Все, что было сегодня. Нажрались вчера, как Денис, блядь. Вот такая поучительная история. В общем, у нас тут весело. Я думаю, сейчас мы примем Владимира, и там будет еще интереснее. Но это мы увидим позже. Это территория какого-то женского монастыря. Чё здесь как? Я понятия не имею. В общем, идем мы на выступление Сергея Метель. Я где-то там на Мира стою. А у меня здесь, ну, такая, наколка, тут это, янь, тут, знаешь, такой, как вот, узор такие. Так, стою, смотрю, два, смотрю, Мира. Чё ты говоришь, ну что? Фу, блин. Наш, блин. Я думал, Кришнаид какой-то стоит. И на меня лучше, на Бога стоит. Володя, то есть ты хочешь сказать, что у вас сейчас будет один? Сейчас буду. Возьми медиатор. У тебя так шикарно получается. Лучше, давай, лучше, чем я. Я больше всего пока. Я просто так заказываю. Вы же это не я. А вот это наш? Это C7. Нет. Это фа-мажор. Фа-мажор не можно. Это фа-мажор мэйдж. Это мэйдж аккорд. Вот он. До. Вот. Саундчек у Сергея идет уже полным ходом. Пойдемте смотреть.
поговорим о том, о сём. Если общей темы не найдем, давай систему раздробим, давай мы просто посидим. Давай нальем сначала по одной, накатим сразу, выпьем по второй. По-моему, мы друг другу льстим, давай мы просто посидим. Из этой кухни не уйдем, пока друг друга мы, пока друг друга не поймем. А в понедельник лица кирпичом, говори мне, что ты ни при чем. Давай рассеемся карты, давай мы просто посидим. Ведь мы с тобой не просто ты и я, не просто мы, а мы одна семья. Скоро так с тобой скорбим, давай мы просто посидим. Мало приказы разобьем, из этой кухни не уйдем. Пока друг друга мы, пока друг друга не поймем. Как надо круто ненавидеть страну. Ты кто такой? Ты кто такой? Я научу. Ты будешь банком, когда я захочу. Ай, правил, ай, правил. У вас другая тональность. Это их радио, это их шествие. Все, давай. Ну все, ну что, 17 лет. Давай. Давай, как там? Сотни песен. Давай. Такие песни, как у нас. Смывай сразу. Это их радио. Все. Это их шествие, все, вот и все.
спасибо.